насчет Сашки? Нет пока, но я поговорю. А что ты тянешь? Просто нам заранее надо знать, есть у нас эти деньги или нет. Скажи, почему я должен содержать семью твоего сына? Дань, где мое пиво? Мне не жалко денег, но пойми же. Конечно, нет. Ты же отдаешь их все своей безрассудной дочери. Оставь в покое мою дочь! Жалко, Елена Анатольевна, у пчелки в жопке. Твой папа в больнице, у него инфаркт. Я тебя почти не вижу, Катя. Это потому, что я стою против света. Язва. Да? Вам не сказали инфаркт? Иди сюда, я тебя поцелую. Пожалуйста, принеси мне ручку и бумагу. За сутки придет адвокат. Я хочу набросать черновик завещания. Мы поговорили с ним насчет Саши. Боюсь, нам придется справляться сами. Я проверила, там ничего нет. Ты должна мне верить. Конечно. Какое вы имеете право думать, что вы особенный? Почему? Почему? Только потому, что у вас больше денег и больше вещей? Все же может измениться. А, это мы слыхали. Сказки для бедных и глупых. Вот так, ребят. Саша!